наши юные экологи страны. Мы рады, что сегодня на территории славной республики Башкортостан мы объединились в одну большую, дружную, экологическую семью. Юные экологи сегодня у нас в гостях, и нам приятно, что именно вы будете спасать нашу планету. Хочу пожелать, всегда желаю, как спортсмен, здоровья крепкого. Нужно быть активным, веселым, всегда на позитиве, всегда оставаться оптимистом. Поэтому оставайтесь оптимистами, будьте активными, позитивными. И не забывайте, что экология – это сегодня очень актуально. Поэтому занимайтесь, и мы надеемся, что мир за счет вас станет лучше. Я очень рад, что я попал на взлет. Это действительно очень... Я очень горд этим. Можно пообщаться с людьми из другого конца России, обмениваться мыслями, построить вместе планы какие-либо, познакомиться поближе. Чтобы попасть сюда, на самом деле, мне пришлось довольно много усердствовать, вот, так как я до этого уже много участвовал в республиканских слетах. И вот, наконец, то есть мне удалось занять призовые места, и после этого меня пригласили. Да, у нас отборочный тур был в нашем крае. Получается, 35 лучших детей писали тест. И потом нас 5 выбрали лучших по каждому направлению и отправили сюда. И вот мы тут, на слете. Церемонии закрытия всероссийского слета юных экологов. Продолжайте ваше благородное, замечательное дело. Учитесь, растите, боритесь, живите. Успехов вам во всем. Oh!